Омские гиревики привезли в родной регион более 40 медалей и несколько призов, завоеванных на всероссийском турнире на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова в Улан-Удэ. На вокзале спортсменов встречали представители Министерства спорта, родители, тренеры. Командный дух – это самое главное в любом. И как бы порядок бьет класс. У нас все четко разложено по полочкам. Все знают, что делают. Все знают, кто за что отвечает. Оценка 5 баллов. В этот раз мы ездили. У нас, получается, два состава заняли первое место. То есть там соревнования проводили среди старших юношей и младших юношей. Мы как по старшим, так и по младшим заняли первые места. Золотые медали соревнований завоевали 18 спортсменов, представлявших Омский и 4 района области. Одесский, Колосовский, Омский и Таврический. Пятеро мечей выиграли по несколько наград и стали абсолютными чемпионами турнира в своих категориях. Я уже второй раз езжу на этот ежегодный турнир по гиревому спорту. Вот, второй раз мне удалось забрать титул абсолютного чемпиона. Результаты свои, конечно же, увеличил по сравнению с прошлым годом. Вот, сейчас нацелен на то, чтобы выполнить норматив мастера спорта России и отбираться уже на более серьезные соревнования. Я готовился к двоебору, где я как раз-таки и выстрелил, показал результат, которого я, в принципе, от себя и не ожидал. Это, конечно, все благодаря поддержке от своей команды, потому что каждый толчок, я слышал поддержку, теплые слова от команды, которая смотрела за мной, которая помогала, которая готовила мне гири. Следующий всероссийский турнир по гиревому спорту пройдет в декабре в Калуге.